дорогие ученики музыкальной школы виртуозы. Здравствуйте, уважаемые преподаватели, еще раз. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы с вами собрались сегодня в центре Петербурга, в этом прекрасном, волшебном зале культурного центра Елены Образцовой, в котором выступали знаменитые на весь мир и уважаемые музыканты, на галоконцерт конкурса «Виртуозы 2014». Сегодня мы будем награждать лауреатов и дипломантов конкурса, будем слушать музыку, которую они нам подарят, будем наблюдать, чего они добились за этот учебный год, и вместе с вами будем выбирать победителя гран-при конкурса. Гран-при будете выбирать вы. И для этого у вас есть бюллетени. У кого вдруг нет бюллетени, идите, пожалуйста, возьмите у администратора. Хочется отметить, что конкурс является очень важным моментом для наших учеников. По двум причинам. Во-первых, большинство готовили новую яркую программу для конкурса и, соответственно, очень много занимались и трудились. Во-вторых, наших учеников слушала профессиональное жюри в составе Анна Дронникова, режиссер и художественный руководитель Народного театра оперы, Дмитрий Уди, выпускник Санкт-Петербургской консерватории Римского-Корсакова, солист театра Санкт-Петербург-Опера, Павел Канторов, композитор, пианист, продюсер, мультимедийный художник, лауреат международных конкурсов, автор музыки для театра, кино, рекламы, эстрадных песен и инструментальной музыки. Шарлотта Таразян, организатор международных гастролей коллектива филармонии. И председатель жюри, наш педагог Дарья Андреевна Востокова, лауреат международных конкурсов. Вот у вас, уважаемые гости, есть вот такие бюллетени. Во время концерта вы, пожалуйста, ничего не отмечаете. По окончании концерта мы объявим пятиминутный перерыв, в который вы проголосуете за наиболее понравившихся вам участников. И в случае, если мнение зрителей совпадет с мнением членов жюри, то этот человек, которого вы выберете, получит гран-при и приз денежный 5000 рублей. В случае, если не совпадет, то этот человек получит приз зрительских симпатий и подарок 5 занятий от школы виртуоза. Нужно выбрать будет 3 человек. В случае, если вы отметите 2, либо 4, либо 1, либо никого, эти бюллетени аннулируются. То есть мы ставим 3 галочки. Премии мы будем объявлять в самом конце, поэтому, естественно, всем участникам будет необходимо остаться до конца. И у меня большая просьба для зрителей и педагогов, у кого есть такая возможность, пожалуйста, тоже оставьтесь до конца, проявите уважение к выступающим, ну и, конечно, ваши голоса будут для нас очень важны. И большая просьба, насколько это возможно, быть беспристрастными и выбирать того человека, который действительно вас впечатлил и достоин, по вашему мнению, всех премии гран-при. И мы начнем наш гала-концерт. И первым я приглашаю на эту сцену Виктора Жданова, который исполнит для нас прелюд композитора Жданова, преподаватель Лесков Александр Игоревич. Thank you.
инструментальный ансамбль в составе Елены Старцевой, Ксении Карениной и Александра Заричука. Они исполнят для нас «Пор уна кабеза». Это танго композиторы Карлос Гардель и Альфредо Лепера. Педагог Рогозина Анна Николаевна. Наталья Ивановна, концертмейстер Ксения Хабибуллина. Мне жду не его, ты где мой? Ты с ним.
Мария Тухтарова, которая исполнит произведение в подражании Альбенису Родиона Щедрина. Класс фортепиано, педагог Ксения Валимовна Хабибулина. Thank you.
который исполнит нам интермеццо размышлений из оперы «Таис», композитор Массне. Класс флейты Карина Васильевна Попян, концертмейстер Ирина Маштакова. Для нас маленькую ночную серенаду Моцарта. Класс скрипки Рогозиной Анны Николаевны. Концертмейстер Ксения Хабибуллина. Thank you.
является Артем Гущин. Артем исполнит для нас арию князя Игоря из оперы «Князь Игорь» Бородина. Класс академического вокала Мангасарова Михаила Геннадьевича. Концертмейстер Ксения Хабибулина. Вновь переживаю.
Первую часть концерта номер 4 для виолончели и оркестра. Композитор Георг Вальтерман. Класс виолончели Пынговой Ксении Анатольевны. Концертмейстер Ксения Харбулина. Thank you.
Светлана Александровна Плохотина. Они исполнят для нас дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама». Класс вокала Плохотина Светлана Александровна, концертмейстер Ксения Хабибуллина. Thank you.
Елену Леонтьеву. Она исполнит для нас «Лебедь Сен-Санса». Класс скрипки Ковалевой Кристины Львовны. Концертмейстер Ирина Маштакова. Дуэт ученица Яна Соколова и педагог Светлана Александровна Плохотина. Дуэт цветов из оперы Лакме Делиба. Педагог Плохотина Светлана Александровна, класс вокала, концертмейстер Ирина Маштакова. Oh!
Первый исполнит для нас второй этюд Милана Дворжака. Класс фортепиано Хабибуллиной Ксении Вадимовны. Композитор Бом. Класс скрипки Рогозиной Анны Николаевны. Концертмейстер Ксения Хабибуллина. Thank you.
Александр Андропов, Керн Дым, класс академического вокала Исакжановой Анары Ариповны. Аккомпанирует педагог Исакжанова Анара Ариповна. Дальше и дальше.
«Слухам Андан» із репертуара Робі Вільямса, клас естрадного вокалу педагога Черни Наталії Васильівни. But so we know, such a thing.
Виктор Чумак. «Маленький цветок», композитор Сидней Бише. Класс флейты Попян Карины Васильевны. Аккомпанирует на баяне Александр Корюковец. Пускай сегодня меня берешь, ты все утра.
приглашается ученик из музыкальной школы «Виртуозы» города Нижний Новгород, Николай Зубов. Он исполнит для нас песню «Cry Me a River» из репертуара певца Майкла Баймла. Педагог Седых Екатерина Ханаровна, класс эстрадного вокала. Tiger, not a lame man. Never.
what I came when I flew, then I'm through, and I'm through. Я не могу.
сегодняшнем гала-концерте, после которого у нас будут небольшие выборы. Коллектив Elders Band. В составе коллектива Елена Старцева, Юлия Карелина, Максим Матин, Леонид Крашенко, Ксения Калинина. Класс струнных, педагоги Рогозина Анна Николаевна и Пынкова Ксения Анатольевна. Hey Jude, Beatles. Название класса. Ваша задача, напомню, отметить троих понравившихся участников. Не двоих, не четверых, не одного, а троих. Те, кто отметит не троих, а какое-то другое количество, эти бюллетени будут аннулированы. Во-первых, жюри впервые за 3 года выразили желание выдать специальный диплом, которого раньше никогда не было, лучшему педагогу, по мнению жюри. Лучшим педагогом, по мнению жюри конкурса «Виртуозы 2014» считается Карина Васильевна Попян.
Для начала мы наградим участников музыкального конкурса, то есть тех студентов, которые участвовали, но, к сожалению, не заняли призовых мест, но, тем не менее, получают диплом. Значит, диплом участника музыкального конкурса «Виртуозы 2014» вручается Сержи Меркури за авторскую песню. Если участников нет в зале, пожалуйста, педагоги могут забрать и передать участникам. Диплом участника вручается Клопотенко Леониду. Диплом участника вручается Ворованной Екатерине. Диплом участника вручается Тимонькину Олегу. Диплом участника вручается Мацкевич Регине. Диплом участника вручается Аксеновой Ирине. Диплом участника вручается Алексеевой Виктории. Диплом участника вручается Степанову Роману. Диплом участника, не уходите, вручается Тарасову Ивану. А теперь лауреаты. Диплом лауреата третьей степени музыкального конкурса «Виртуозы 2014» вручается Старцевой Елене. Номинация «Инструментальный ансамбль». Да. Проходите, ребята. Диплом третьей степени номинация «Инструментальный ансамбль» вручается Александру Заричуку. Номинация «Инструментальный ансамбль» вручается Ксении Калининой. Диплом третьей степени в номинации «Инструментальный ансамбль» вручается Карелиной Юлии. Диплом третьей степени в номинации «Инструментальный ансамбль» вручается Максиму Матину. Диплом третьей степени в номинации «Инструментальный ансамбль» вручается Крашенко Леониду. Диплом третьей степени в номинации «Струнные инструменты». У нас уже пошли отдельно, это у нас был инструментальный ансамбль по совместительству оркестр. Значит, диплом третьей степени награждается в номинации «Струнные инструменты» Ксения Калинина. В номинации «Струнные инструменты» награждается Леонтьева Елена. Диплом третьей степени в номинации «Фортепиано» награждается Гайворонский Дмитрий. Диплом третьей степени в номинации «Фортепиано» награждается Эйнен Петр. Диплом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал» награждается Лаля Тинаяна. Диплом третьей степени в номинации «Эстрадный вокал» награждается Зубов Николай. В номинации «Эстрадный вокал» награждается Усхиладзе Лия. Диплом третьей степени в номинации «Академический вокал» награждается Макарычева Татьяна.
Диплом второй степени в номинации «Духовые инструменты» награждается Морозова Полина. Дипломом второй степени в номинации «Струнные инструменты» награждается Заречук Александр. Дипломом второй степени в номинации «Фортепиано» награждается Туктарова Мария. Дипломом второй степени в номинации «Фортепиано» награждается Жданов Виктор. Дипломом второй степени в номинации «Вокальный дуэт» награждается Соколова Яна. И дипломом второй степени в номинации «Эстрадный вокал» награждается Соколова Яна. Степень в номинации «Эстрадный вокал» награждается Жарова Юлия. Дипломом второй степени в номинации «Академический вокал» награждается Андропов Александр. Лауреатом первой степени, по мнению компетентного профессионального жюри, в номинации «Духовые инструменты» стал Чумак Виктор. Дипломом первой степени в номинации «Струнные инструменты» стала Старцева Елена. Лауреатом первой степени, по мнению жюри, в номинации «Фортепиано» стала Ольга Гладилина. Лауреатом первой степени в номинации «Вокальный дуэт» стал Схиладзе Лия. Лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал» стала Волкова Татьяна. Номинация «Эстрадный вокал» стала Литвиненко Кристина. И лауреатом первой степени в номинации «Академический вокал» стал Гущин Артем.
Також журі присудили спеціальні дипломи з спеціальними названнями. Диплом, вернее, звання Паганіні конкурсу «Віртуози-2014» присуждається, по мнению журі, Старцевой Елене. Звание Джексон, который Майкл, конкурса «Виртуозы-2014» присуждается Волковой Татьяне. И звание Станиславский за соответствие внутреннего образа смыслу произведения конкурса «Виртуозы» 2014 года присуждается Гущину Артему. Так, и где-то у меня шпаргалка, голосование. Это были лауреаты, дипломанты по мнению жюри. Голоса, они не совпали с мнением жюри, к сожалению. Однако, при зрительских симпатий никто не отменял. И самое большое количество баллов, именно 15, набрал Петр Эйнем. Если интересно, Артем Гущин на третьем Старцевой Елене. И также специальный приз от музыкальной школы «Виртуозы» и от магазина музыкальных инструментов «Музбутик» для нашего друга из Нижнего Новгорода. Дорогие друзья, на этом конкурс «Виртуозы-2014» закрыт, к сожалению. Очень было с вами тепло. Я поздравляю всех победителей, лауреатов и дипломантов. Вы сделали большой шаг вперед. И мы сегодня чуть не рыдали весь концерт от счастья, что у нас такие студенты. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. Мы желаем вам больше времени. Мы понимаем, что взрослые люди, и им очень тяжело совмещать основную профессию, музыку и все остальные дела. Я надеюсь, что мы с вами встретимся через год, либо осенью на таком же конкурсе. И спасибо всем большое за то, что пришли. Спасибо тем, кто выступал, спасибо тем, кто болел, спасибо родственникам и друзьям, спасибо организаторам, ну и, конечно, уважаемым педагогам. До встречи! На следующем конкурсе.